Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео продолжим одну из холиварнейших тем в интернете по поводу того, держать ли пальцы на тормозе или нет. Скажем так, я вам сейчас скажу просто свое мнение, а дальше решайте, конечно, сами. Многие советуют, что надо обязательно держать два пальца там или три пальца на Тормози, многие другие говорят, что вообще не стоит. Я вам скажу следующее. Вот я сейчас, когда пошел в мотошколу, я, наслушавшись в интернете умных советчиков, что вот надо держать пальцы, начал так именно так и делать. И знаете, с какой сложностью я столкнулся? Вот именно как начинающий. Вот с точки зрения начинающего, неопытного сейчас. Когда вы не умеете контролировать газ, а нам крупногубатурной технике, скажем, открытие газа на миллиметр имеет значение, то есть никак на скутере. Это на скутере можно там выкручивать ручку газа, там ничего не произойдет. А когда на мотоцикле вы еще не чувствуете газ вообще, не чувствуете его, не можете его толком там поймать обороты и при этом еще пытаться класть пальцы на передний тормоз это будет еще сложнее. То есть при, при каждом повороте руля у вас будет плавать газ. То есть вы будете резко ускоряться. Совершенно случайно. Поэтому я рекомендую, когда вы только учитесь, когда вы только сели, забудьте про передний тормоз. Именно, именно когда осваиваете эту технику. Пытайтесь полностью рукой контролировать газ. Когда уже научитесь контролировать газ, тогда уже, там, уже естественно, может быть, как-нибудь там цепляться за тормоз. Опять же, еще какая опасность, какая опасность существует, когда вы держите пальцы на тормозе. На малых скоростях у вас может сработать рефлекс, и вы можете тупо пережать этот передний тормоз и упасть. Поэтому я бы рекомендовал, вот как начинающий, да, опять же, со своего опыта, вот я сейчас набираюсь этот, этот опыт. На малых скоростях забудьте вы нафиг про передний тормоз. Ну, малые скоростя, давайте определим их. Ну, до 30 км в час. Даже если вы сделаете полное торможение с задним тормозом, ничего не произойдет, вы не уйдете юзом ну, на сухой ровной дороге. Вам вполне хватит этого тормоза, чтобы оттормозиться. Да, передний тормоз основной, что больше всего приходится на русский, на него. Но это на больших скоростях, на относительно больших скоростях. А когда вы едете по парковке, там или по какой-то площадке, да, где вот медленно, передний тормоз он ни к чему. Мало того, он только спровоцирует падение мотоцикла. Так что, ребята, еще раз резюмирую: пока учимся, держимся всей клешней за ручку газа. Таким образом мы можем газ четко контролировать. Когда мы уже почувствовали газ на мотоцикле, когда мы уже можем его контролировать, там уже смотрим по обстоятельствам. Удобно вам держать или неудобно, это уже смотрите сами. Но пока учитесь, поверьте, учиться будет намного легче и быстрее, если вы будете всей клешней держаться за ручку газа. Но это опять же сугубо лично мое мнение. У вас может быть свой опыт, вы можете делать, в принципе, как, как вам угодно. Я никому ничего не навязываю, поэтому, ребята, кто не подписан на канал, подписываемся, ставьте лайки. Ну а с вами был Вилли, канал Битрейда. Увидимся, до новых встреч.